Необычный бассейн появится в Красноярске в будущем году. Он будет находиться на высоте более 70 метров. Второй его особенностью станет панорамное остекление. Бассейн с дорожками длиной 25 метров разместится в строящемся бизнес-центре на пересечении улиц Майорчака и Лидии Прушинской в железнодорожном районе. Само здание бизнес-центра будет представлять собой две соединенных на уровне нижних этажей башни высотой 18 и 23 этажа. Первая башня предназначена под офисные площади, заведения общепита, супермаркет и выставочные залы. Вторая – под гостиницу и фитнес-центр. Эксклюзивный бассейн будет находиться на последнем этаже самой высокой башни.